Я Годик Дмитрий, член профсоюза «Захист праці» в НПО «Орион», активист УСЛ, получил от товарищей из Международной социалистической лиги помощь на размещение расходов на аренду жилья в Западной Украине. Да здравствует международная пролетарская солидарность. Сейчас, как никогда, людям, трудящимся, нужно быть солидарными и стоять вместе. Стоять вместе на защите мира во всем мире. Спасибо всем. Да здравствует УСЛ. Спасибо.